Выпечка, мясные изделия, десерты и текстиль. В Сургуте состоялась ярмарка местных товаропроизводителей. Для одних предпринимателей хорошая возможность заявить о себе, для других дополнительная прибыль. Подробнее в следующем сюжете. Сервелат брусничный, сальчичон и туринская колбаса. Новиночка. Попробуем? Изобилие мясной продукции, сосиски с сыром, колбаса вареная, ветчина. На ярмарке местных товаропроизводителей можно даже попробовать продукцию на вкус. Это очень удобно, мы приходим, нам тут дегустацию устраивают, мы пробуем, рассказывают. Я люблю вот сардельки обыкновенные, раньше они были у них маленькие, уплетайки назывались, сейчас мы их кушаем, очень вкусно. Возле витрины очередь, товары местного мясокомбината узнают и охотно покупают. Очень любят, и многие покупатели даже возят детям, которые уехали учиться в Москву, в Санкт-Петербург, увозят нашу продукцию и очень нравится, и просят, чтобы привезли подарок, это самое главное, сургутскую колбасу. А на десерт можно выбрать понравившийся торт или пирожное, благо выбор тоже большой. Вот это наш шедевр. Клубника, залитая клубничным желе, крем-чиз, бисквит белый. Всего более 150 наименований десертов на любой вкус и кошелек. Сургутская кондитерская компания на рынке не один десяток лет. Мы застаиваемся, нам хочется праздника. Вот смотрите, как здесь все красиво, все празднично. Люди ходят, люди нас видят. И мы, собственно, это как площадка, чтобы нас выбирали куда-то приглашать. Замечательная, по-моему, атмосфера. Ярмарка местных товаропроизводителей – возможность быть ближе к покупателю. А для предпринимателей, которые на рынке недавно, хороший повод заявить о себе. Для одних – экономия времени, для других – хорошая выручка. Ярмарки выходного дня в Сургуте проводят регулярно. Для нас стратегически важным остается это развитие и расширение возможности сбыта продукции местных товаропроизводителей, которые представлены у нас в городе Сургуте, в Ханты-Мансийском автономном округе. Поэтому здесь мы в первую очередь даем возможность предпринимателям еще одну возможность показать свою продукцию, расширить сбыт. В крупных федеральных торговых сетях сегодня представлены 106 компаний из Сургута. При поддержке правительства Югры в Сургуте недавно открылся и первый фермерский островок. В нем всегда можно купить товары исключительно местных производителей со всего региона. Елена Каткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.